Всем привет, с вами Артём. Сегодня мы продолжим с вами играть в World of Warcraft. Сегодня, точнее вчера, вышло продолжение квеста, связанного с предпатчем к игре. В принципе, я не думаю, что сегодняшняя трансляция будет достаточно большой, потому что, хотя это и вчера по поводу Bloodborne сказала, в итоге мы стримили 7 часов. Но, тем не менее, World of Warcraft пока что до 30 числа особо делать нечего. Сегодня, я так понимаю, будет последний день именно предпатча. Так, блин, мне наушники никак на голове не хотят держаться нормально. Вот, так что сегодня мы снова посмотрим, что же нам такое хочет сказать Кадгар. Давайте зайдем уже в мир. Узнаем, что же от нас хочет Кадгар. И, собственно, на следующей неделе уже будет 30 число, будет официальный выход самого дополнения Легион. Лориэния, привет. Так, немножко вот сюда. Сигильвей, привет. Кстати, я сейчас нахожусь в Голдрине. Да, я все-таки решил своего персонажа немного за кадром переделать. Опять небольшие подлагивания. Вообще, в последнее время у Близов какие-то проблемы с серверами. Вот вчера поиграть, например, не получилось, потому что меня тупо в игру не пускало. Не знаю, что у них там происходит. Видимо, какая-то сильная авария у них была. Ну ничего, Асхай, привет. Я думаю, что после того, как мы избавимся от слуги Кадгара, у меня все пройдет. Асхай, нет, я не буду делать пати. Я нахрена? Осажденный город. Элементаль снова говорит голосом Кадгара. Мы успели добыть сведения о столпах Созидания, прежде чем Легион помешал нам, и это большая победа. Да, это не вернет нам тех, кого мы потеряли на расколотом берегу, но поможет отомстить. Даларан фактически находится на передовой. Твое присутствие здесь очень важно для всех нас. Не зря демоны так ожесточенно атакуют город. Даларан будет играть ключевую роль в обороне Азерота. Так, нам нужно отправляться в Даларан. Спасибо, Кадгар, я понял. Так, а где он у нас, кстати, Даларан-то? А куда ты меня отправил-то? Болото печали, сумеречный лес. А, да в принципе мы здесь и так долетим. Ну да, стоило избавиться от слуги Кадгара, так как сразу вот эти подлагивания исчезли. Нормально. Ну, полетели. На карте все написано. Я могу обойтись и без подсказок. Чуть никак глотка не пройдет. Сегодня проснулся, вообще разговаривать какое-то время не мог. Вообще не знаю, что у меня со связками происходит. Как будто перетрудились они, что ли, или хрен знает. Ну да ладно. Старое доброе темнолесье. Ох, как давно меня здесь не было. Уже жду не дождусь 30 числа, когда наконец-то может откроется возможность прокачки до 110 уровня, когда появится возможность начать отправиться вообще на расколотые берега, выполнять там задания и так далее. Так, собственно, вот он, перевал Мертвого Ветра, а вот и Даларан. Блин, у меня Демон Хантер имеется, но что-то я им даже не играю. Да ну его нафиг. Всегда ассоциировал себя вот с этим персонажем, который у меня прокачан прям от и до, самостоятельно. Ура, мы в Даларане. Япона, мать, мы в Даларане. Здравствуй. Приветствую тебя. Мы укрепили силы Каражана, насколько это было возможно. Но я сомневаюсь, что они долго продержатся. Так или иначе, у нас сейчас есть дела более насущные. Гул'дан натравил своих псов на Даларан. Он хочет разрушить город, но мы ему этого не позволим. Даларан определенно сыграет ключевую роль в нашей кампании против Легиона.
Она станет стратегической точкой, где герои всех королевств объединятся против общего врага. Начнем работу, Дарк Велиор. Лакрима, привет. А я, кстати, стабильно начал просыпаться в 3 часа ночи. Как вы думаете, это связано с мифической историей о том, что если ты просыпаешься в 3 часа ночи, это, скорее всего, что на тебя кто-то смотрит? Перемещение Долорана сюда планировалось как временная мера. И здесь мы не задержимся, но, возможно, отправляться дальше придется совсем скоро. Перенести через полмира целый город – задачка не из легких. В этом процессе будет задействовано огромное количество энергии, что может вызвать неожиданные побочные эффекты. В городе были замечены чародейские аномалии. Их присутствие может повлиять на телепортацию самым непредсказуемым образом. У нас нет времени ждать, пока они рассеются сами, Дарк Велиор. Но у меня есть устройство, которое ускорит этот процесс. До встречи. Прощай. Так. Мы с Верховным Магом Мадерой продолжим изучать книгу, найденную в Каражане. Мы отыщем эти столпы, Дарк Велиор. Это наводит меня на мысль. Обсудим, когда справишься с этими аномалиями. Саня 217, приветствую. Так, нестабильные аномалии. Где они? Я их должен здесь где-то искать, я так понимаю. Ну, не вопрос. Саня 217, перезапусти страницу. У меня картинка идет, у всех идет. Да просто у меня духота, блин, в городе. Я тут не могу спать нормально. Постоянно просыпаюсь от того, что у меня простыня свернулась подо мной, сделала мне какие-то бугры. А, вот, вот эта аномалия. Минус. Вот еще одна аномалия. Так, вон еще одна аномалия. А, все, ее уже нейтрализовал другой игрок, да? Нет. Я что-то не вижу, где она. А, вот она. Все, пошли отсюда. Уж сколько раз твердили миру. Не грузится страница. Есть веселый висяк. Надо обновить страницу. Ведь это просто, так? Ладно. У нас еще очень много дел. Я что-то посмотрел, кстати, трейлер по Dark Souls 3 по дополнению. Увидел там мир Ариамиса. Короче, после того, как платину выбьем на Bloodborne, пойдем выбивать платину на Dark Souls 3. Я что-то прям вообще... Но будем это делать уже параллельно, а не как сейчас я вот решил Bloodborne прям... Прям вообще прям. Будем параллельно так делать. Чтобы все-таки у нас основные игры не слетали. Так, аномальные аномалии. Отлично, осталось лишь несколько аномалий. Их присутствие не должно помешать нам в перемещении города. Теперь нужно только определиться с конечной точкой нашего путешествия. Мы внимательно изучи... Автора названия... Названия... задания. Мы внимательно изучили найденный в Каражане фолиант. В нем есть несколько упоминаний о столпах созидания, но отсутствует самая важная информация – где их искать. К счастью, мы можем посоветоваться с самим автором. Алоди, написавший этот трактат, был первым хранителем Тересфаля. Его дух навеки привязан к горнилу хранителя, которое нам удалось сберечь. Думаю, пришло время призвать его. Мы следуем за тобой. Я призову дух Алоди, первого хранителя Тересфаля. Скажи, когда можно будет начинать. Давай прямо сейчас начнем призыв. Просто верь в себя. Чё, Кадгар 2? А, во, все нормально. Я призываю дух первого хранителя. Приветствую, Алоди. Я Кадгар, верховный маг Кирин. Я знаю, ученик, отказавшийся от мантии, которую первым носил я. Что тебе от меня нужно? Пылающий Легион вернулся. Чтобы его остановить, мы нашли в библиотеке Каражана написанную тобой книгу. Примечательные реликвии древнего Азерота. Мы ищем 5 древних артефактов, столпы Созидания. В твоих записях не сказано, где они находятся. И на то есть причина. Столпы — это воплощение первобытной силы. Даже Хранителю нельзя с ними экспериментировать. Нам обязательно нужно найти столпы. Они наш единственный шанс закрыть портал Легиона в гробнице Саргероса. Слушайте, по-моему, столпы там, где сейчас водоворот.
Мои изыскания привели меня на расколотые острова. Я так и не выяснил точное местонахождение столпов, но уверен, что они все еще принадлежат народам, населяющим эти древние земли. По крайней мере, теперь есть чего начать. Если понадобится, мы обыщем каждый уголок расколотых островов. Если столпы созидания попадут в руки легиона, наш мир постигнет невообразимое опустошение. Удачи! Поторопитесь с поисками, он еще сказал. Мы должны остановить Гул'дана и Легион. Хоть точное местоположение столпов созидания нам до сих пор неизвестно, теперь, по крайней мере, мы знаем, с чего начать. Мы перероем все расколотые острова, пока не отыщем их. Легион усиливает свой натиск. Мы должны подготовить Даларан к перемещению на расколотые острова. Азерот не выстоит без тебя. Кадгар что-то делает. Я правильно понимаю, что они теперь будут, собственно, это делать до 30 числа. Ну, похоже на то. Подождите, сейчас попробую еще с Кадгаром поговорить. Дай нам время на подготовку, Дарк Велиор. Защищая город от легиона и останавливая вторжение в других местах. Их можно найти по карте. Когда можно будет начинать, я тебя вызову. А, ну все, ребят, вот, собственно, это и весь квест был. Все подготовительные квесты. Вот они все подготовительные квесты, которые были. Я так понимаю, что в следующий раз у нас уже все будет 30 числа. Как раз это весьма такое важное событие, как перенос Даларана на расколотые острова. И как раз там мы уже, видимо, начнем играть на самих расколотых островах. Что-то, ребят, у нас очень такой короткий стрим по Вов получился сегодня. Но, тем не менее, это, как ни крути, весомый такой был момент. Это... весомый, собственно, такой сюжетный виток. Так что вот так, ребят. Как-то не странно, но это все. Трансляция шла 12 минут. Забавно, конечно. Ну да ладно. Почему бы и не выпустить 12-минутную серию? Это в конце концов, не все ж по 7 часов стримить. Стой, подожди. Стоп, стоп. А чё? А где Кадгар? А куда он ушел? А, ну ладно, ладно. Ладно, окей. Собственно, сейчас это, перерывчик 5-10 минут, я чаек попью, чтобы у меня голос более-менее раздеребенился. Вот, ребят, если вам понравилось... Ой. Если вам понравилась эта трансляция по Вов, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch канал. Если вы сейчас это на Твиче смотрите, то на YouTube канал подписывайтесь. И во ВКонтакт вступайте. Вот, на этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. До встречи в Bloodborne. Всем пока.